Здравствуйте! Сегодня я вам покажу, как ссылку отправлять с YouTube. Открываем YouTube. Вот он, открылась. Например, вас интересует видео. Любое. Вот, например, это видео свадьба или какое оно. Вы мне хотите его передать. Так. Вот здесь есть ссылка. Кликаете один раз, она стоит синий. Потом правой мышкой копировать. Идете ко мне в сообщение в Одноклассники. Сейчас я открою, у меня закрылось окошко. Вот Одноклассники. Так. Курсор ставите и правой мышкой вставить. Вот, и отправить. И это видео попадает мне, и оно не идет. Вот, и надо писать обязательно ссылка. Все, эта ссылка попадает мне, я в Одноклассниках ее открываю с YouTube. Я прямо попадаю на ту ссылку, что надо. Так, все, урок.